Согласно результатам опроса, проведенным одним из порталов по поиску работы, в этом году родители школьников в Волгограде потратят на подготовку к новому учебному году на 11% больше, чем в прошлом. Так, средняя сумма составит 11 300 рублей. Отметим, опрос проводился сразу в нескольких городах-миллионниках. Больше всего за подготовку к школе заплатят жители Москвы и Санкт-Петербурга – 15 000 и 13 700 соответственно. В перечень необходимого для обучения вошли форма, канцелярские принадлежности, обувь и портфель.